Буквально несколько минут назад поступили печальные новости. Известный российский актер Александр Збруев был экстренно доставлен в реанимационное отделение московской больницы. 85-летнему актеру стало плохо прямо в театре «Ленком», где он проработал всю жизнь. По информации крупного телеграм-канала, актеру стало плохо прямо на репетиции. Какое-то время Александр Викторович держался, пытаясь справляться с болью. Он не хотел срывать репетицию, а потом просто упал. Актеры, находившиеся в театре, бросились экстренно оказывать помощь и вызвали медиков. Пока бригада скорой помощи ехала, актеру расстегнули рубашку, подложили подушку под голову, открыли окна. Прибывшая на вызов реанимационная бригада медиков приняла экстренное решение о госпитализации. Пока актера везли, медики сообщили, что случай очень серьезный и требуются врачи-кардиологи. Счет времени идет на минуты. К моменту прибытия скорой помощи в больнице уже ждал высококвалифицированный медперсонал. В экстренном порядке Збруева отправили в реанимационное отделение. Сейчас, по словам врачей, жизнь актера находится вне опасности. Кризис миновал. Тем не менее, он находится в очень тяжелом состоянии. Круглосуточно его наблюдают лучшие врачи больницы. Когда Александр Збруев пойдет на поправку, врачи пока остерегаются делать прогнозы, несмотря на хорошую, можно даже сказать, прекрасную физическую форму 85-летнего известного артиста. Будем надеяться, что Александр Збруев скоро порадует своих зрителей новыми работами.